Скандальное выселение. Нешуточная борьба развернулась за одну из квартир в Майкудуке. Дело дошло до драки. Судебные исполнители приехали выселять женщину по решению суда. Однако выселенка всячески пыталась этому воспрепятствовать, закатив грандиозный скандал. Руку уберите! Руку уберите! Неправосудием так силы. Именно так решил отстаивать свое жилье карагандинец Сергей Ходорев. Дело весьма запутанное. В его квартире в 16-м микрорайоне на протяжении полугода якобы незаконно проживала женщина. Добровольно выселяться, как это обычно бывает, она не согласилась. Собственник квадратных метров решил через суд выдворить незаконно проживающую. Иск удовлетворен. А сегодня судебные исполнители приехали выселять женщину по решению суда. И как итог, драка, дебош и работа болгаркой. Выселяют без предупреждения, говорит ответчик. Анжелика Волкова уверяет, что хозяйкой квартиры якобы является некая Ларионова. В данный момент идут судебные разбирательства. Еще не уточнили, кто является. У них идет судебное разбирательство. Они же приходят и выламывают дверь. Это беспредел называется. Они мне не дают написать жалобу, ничего. Просто, понимаете, они пришли и все, выселяют. И почему они ломают двери? Они нам объяснить не могут. Они говорят о каких-то своих законах. Естественно, они юридически подкованы. Они свои законы очень хорошо знают. И такому человеку, как я, им очень легко запудрить мозги. Судебные исполнители утверждают, что действовали по закону. Женщину неоднократно предупреждали, но она игнорировала все уведомления. Должник надлежащим образом она была уведомлена об исполнительских действиях, что подтверждается актом. Я могу все документально закрепить. 8 февраля должнику Волку Садыков судебным исполнителем Октябрьского территориального отдела вручено уведомление, то есть предложение об исполнении требования судебного акта, то есть о выселении, до 15 февраля 2013 года. Однако должник решение суда не исполнил. Истец же утверждает, что квартира его. Досталась она ему по наследству от тети. Незаконно вселились в мою квартиру, живут полгода. У меня есть решение суда о выселении. Они самовольно, в смысле, они не хотят выселяться с этой квартиры. Я здесь не жил, это самозахват. Мне квартира досталась по завещанию, понимаете? Страсти накалились до предела. Кто-то из присутствующих даже пригрозил в знак протеста взорвать газовый баллон. Пришлось вызвать полицию, а жильцов подъезда в срочном порядке эвакуировать. Угроза теракта сейчас. Этот, кого мы выселяем, потащил газовый баллон к двери. И хочет взорвать его, хочет. Это не шутка. Он точно есть, да? В итоге судоисполнители все-таки исполнили постановление суда, и мужчина въехал в законные квадратные метры. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.